Добрый день, друзья и не друзья. Честно говоря, мы живем в эпоху фейков. Поэтому, когда я прочитал про дроны Брелла, про зонтик дрона, я подумал, что разводка. Даже видео не убедилось, сейчас дипфейки делаются на раз. Пришлось по профессиональной привычке гуглить, узнавать. Действительно, есть такой девайс. Причем изобретен не вчера и даже не месяц назад. Уже год почти. Самый дорогой стоит 500 евро. Размеры поменьше, дешевле. Ну, право вот не знаю. Вы бы себе купили такой, если бы у вас было лишних 500 евро?